Добрый день, дорогие друзья! Хорошего дня вам, хорошего настроения! Небольшой видеообзор для вас. Хочу напомнить, что наш рабочий номер телефона указан в шапке профиля. Также есть в каждой публикации, под каждым фото и под каждым видео. На всех торговых площадках, где мы работаем, во всех социальных сетях, также указан именно этот номер телефона. На этом же номере у нас WhatsApp, и именно с этого номера идет вся рабочая переписка с вами, поэтому всегда обращайте внимание, с какого номера вам пишут. Все платежи у нас идут на расчетный счет ИП Кристина Александровна, магазин «Винтажная лавка». Для оплаты мы отправляем вам либо QR-код, либо ссылку. По ссылке вы проходите, попадаете в систему быстрых платежей, выбираете банк, с которым вы работаете, вводите сумму для оплаты и видите все наши реквизиты: ИНН, УГРИП, наименование ИП Кристина Александровна, магазин «Винтажная лавка». И только после этого оплачиваете. Если у вас есть какие-то вопросы или сомнения, всегда можете связаться с нами, написать или позвонить. В настоящее время у нас нет никаких акций, никаких распродаж. Первыми мы вам не звоним, не пишем и ничего не предлагаем приобрести у нас по скидке. Если вы получаете подобного рода предложения, вам пишут мошенники, блокируйте их сразу. Разница во времени с Москвой у нас составляет плюс 4 часа. Поэтому в позднее вечернее время, а также в ночное, наши менеджеры не отвечают на ваши звонки, на ваши сообщения. В это время мы не выставляем счетов для оплаты и не отправляем реквизиты. Пожалуйста, будьте внимательны. Ну что, начнем. А вот такой прекрасный у нас есть комплект лиможского фарфора. Столовый комплект. Это 1900 и 1915-16 годы. Сохранность отличная. Тарелки диаметром 24 и 22 сантиметра. Компотьер. Ваза, еще одна ваза на низкой ножке. Терин. Блюда овальные, есть блюда круглые. Глубокое блюдо есть. Здесь у нас оно не представлено, но есть глубокое блюдо. Овальные, круглые блюда. Все предметы в хорошем состоянии, без каких-либо дефектов, без сколов, без трещин. Эксклюзивная серия от Хученройтер. Кофейные пары такие на ножках. Витринное хранение. Очень красивая картина. В роскошной раме. Да, масло, холст. Есть подпись автора. Ваза для цветов от Линнер. Фарфор в серебре, это 20-е, начало 30-х годов, это ВМФ. Клеймо стоит на каждом предмете. Чайник, сахарница, молочник. А вот такой пикфлёр.
в оловянной оправе. Состояние отличное. Все стенки в отличном состоянии, не повреждены. Еще один набор. Чайник и молочник. Тоже фарфор в серебре. И вот здесь такое бирюзовое обрамление. Поднос — это Франция, большой поднос. Бульонные пары Кронбюкл. Две пары есть наличные. А вот такое блюдо на ножках для фруктов, овощей, мяса подачи. Еще один пикфлер, он очень большой. Для сравнения, такой большой пикфлер. Ободок выполнен из серебра. Клеймо Минерва стоит. Вот такая красотка. Чайное трио. Посмотрите, какой роскошный цвет, богатый, изумрудный, насыщенный такой. Большая бонбоньерка, это Германия, винтаж, 70-е годы. Хрустальные фужеры от Нахтман. Обратите внимание на огранку. Терин, это Линднер. Парные каминные вазы. Ручки выполнены из бронзы. Чайное трио — это Англия, Парагон, очень редкая серия Патриция. Ажурный такой фарфор, рельефный. Камера не передает всей красоты. Очень редкая серия, а небольшой был тираж, без повторов. Блюдо для сэндвичей из этой же серии. Также есть тарелки диаметром 20 сантиметров. Кувшин и ваза, полоскательница, это Франция, 19 век. В хорошем состоянии, есть потертости, позолоты, но это естественно. Это примерно 1850-е годы. То есть предметом примерно 170 лет. А вот такая бонбоньерка
Это Фюрстенберг. Ваза на ножке. Шуман довоенный, серия Дрезден. Парные вазы. Это Нахтман. Цветной накладной хрусталь. Друзья, у нас есть рассрочка. По всем вопросам пишите в WhatsApp, директ. Ответим на все ваши вопросы. Еще раз всем хорошего дня.